Событие, которое ждали. В окружной столице на территории автозаправочной станции Ненецкой нефтяной компании открыли новый современный павильон, где разместились мини-маркет и кафе. Теперь это единственная автозаправочная станция в Нарьян-Маре, которая отвечает современным запросам автомобилистов. Автозаправочная станция акционерного общества «Ненецкая нефтяная компания», где всем автомобилистам предлагают только качественное топливо, расположена на самой оживленной улице города – улице Юбилейной, связывающей центр Нарьян-Мара с поселком Искателей. Территория станции образцово показательная, отличается особой чистотой. А теперь здесь для удобства автомобилистов появился и мини-маркет с кафе. Открыли новый павильон в торжественной обстановке. Событие как для «Ненецкой нефтяной компании», так и для клиентов СЗС действительно радостное. Сегодня у нас радостное событие не только у нас, но и у жителей всего Ненецкого автономного округа. Впервые в городе Нарьян-Мар появилась заправка премиум-класса. Именно такую концепцию мы выбрали для своего развития, и в дальнейшем все наши заправки станут заправками именно такого вот высокого класса, где будет фастфуд, где будет кофе, где будет мини-маркет, где можно будет купить товары в дорогу, где будет качественный сервис, ну и, конечно, самое лучшее в городе топливо, несомненно, у нас. От идеи до ее воплощения. Коллектив Ненецкой нефтяной компании к новому проекту отнесся не только ответственно, но и, как говорят сами сотрудники, с душой. Пришлось выполнить много, конечно, задач, в том числе и с перевозкой оборудования, и успеть в сроки навигации все завести, смонтировать. Поэтому, да, душой болел полностью. Проект реализован. Теперь АЗС отвечает современным запросам автомобилистов. Получили новый павильон. Теперь мы, помимо того, что реализуем качественное топливо, есть дополнительный ряд опций. Да? Можно купить вкусный ароматный кофе, перекусить, выполнить какие-то покупки. Комфортные условия Ненецкая нефтяная компания создала и для сотрудников автозаправочной станции. Мне большие впечатления, мне нравится новая заправка, нравится обстановка. Теперь буду с большим желанием ходить на работу. Постоянные клиенты автозаправочной станции отзываются о ее сотрудниках всегда положительно и сами довольны новыми комфортными условиями на дороге. Да, мне очень сильно понравилось здесь. Во-первых, это кафе-бар. Тут можно приобрести и как товары для автомобиля, так же, как и заправиться. Можно приобрести и кофе, попить, и стульчики посидеть, можно отдохнуть с дороги. Очень хорошее обслуживание. Постоянно пользуюсь Ненецкой нефтяной компанией. У меня имеется и карточка ННК. Один из первых покупателей и обладателем этой карточки ННК заправка. Постоянные клиенты АЗС надеются, что на этом развитие сети автозаправочных станций ННК в Ненецком округе не остановится, а Ненецкая нефтяная компания, в свою очередь, планов на перспективу не скрывает. Да, это первая ступенька нашего развития. Сейчас мы начали с обустройства АЗС на улице Юбилейная. Следующим шагом будет обустройство АЗС на улице Авиаторов. Мы также планируем там построить современный комплекс с фастфудом, с горячим кофе, чтобы было удобно приезжать туда и заправляться каждому. Ненецкая нефтяная компания смотрит в будущее с перспективой на развитие. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, телеканал «Север».